Девочки, всем привет-привет! Меня зовут Светлана. Я рада всех поприветствовать, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я хотела бы поздравить вас с наступающим 8 марта, пожелать вам счастья, здоровья, чтобы ваша семья вас всегда любила, чтобы вам подарили то, что вы заслуживаете, и чтобы этот день запомнился вам как один из лучших дней вашей жизни. А также я хотела бы сказать вам огромное-огромное спасибо, выявить свою благодарность за то, что вы помогли мне выиграть в конкурсе, в котором я участвовала. Большое-большое вам спасибо. Мне очень был важен каждый репост, каждый ваш лайк, который вы поставили. Спасибо вам большое, девочки. Я вам просто безмерно благодарна. Мне очень была нужна ваша поддержка. Огромное спасибо. Девочки, огромное-огромное всем спасибо. Просто очень-очень рада я. Особенно хотела сказать большое спасибо Юлечке Вятской, которая сделала больше всех репостов, которая победила в моем конкурсе и которая поддерживала меня весь вечер, когда были результаты конкурса подводились. К огромному сожалению, конечно, там не все так гладко, как хочется казаться. К сожалению, в Италию мы вряд ли поедем с мужем, потому что это, оказывается, не бесплатное путешествие, как они обещают, а всего лишь бесплатное проживание в отеле. И то там на определенную сумму, очень даже небольшую сумму. В общем-то, и придется очень много вложить, если захотим поехать. Поэтому вряд ли мы получится у нас поехать. Возможно, мы как-то этим ваучером воспользуемся немножко по-другому. Ну, посмотрим, не знаю еще. Я еще этого ваучера в глаза не видела, пока его еще не получила, к сожалению. А вот. Но в тот вечер, конечно, счастье мое было просто безмерно, когда объявили, что именно я стала победительницей конкурса. Очень долго я этого ждала, очень я этого хотела. Ну, и очень-очень благодарна всем вам. Пускай даже не так, как хотелось бы, конечно, они обещали полностью путешествие бесплатно, но оказалось, что совсем не все так хорошо, как кажется. Вот. И еще в этом видео хотела я рассказать о своей не так давно полученной посылочке от Катюши Орган. Вот, Катюша сделала мне сюрприз к 8 марта, прислала мне посылочку, за что я очень-очень благодарна. Это было совершенно-совершенно неожиданно, я даже не знала и не думала, что она мне ее пришлет. Катюша, я тебе очень-очень благодарна за то, что ты мне прислала посылочку. Вот, и с теми продуктами, которыми ты сама пользуешься, мне очень интересно всегда пробовать что-то новое, что-то органическое тем более, потому что я в последнее время очень часто пользуюсь органической косметикой, мне все это очень нравится, и я смотрю на составы, которые, конечно, на составы косметики, которые сейчас пользуюсь. Раньше я так внимания на это не обращала, как сейчас. Итак, я вам сейчас расскажу, что было. Катюша прислала мне вот такую вот совершенно чудесную шапочку для дочки, которая она с удовольствием ходит, которую носит. И в инстаграме моей можете посмотреть фотографию, я фотографировала там дочку в ней. Хорошая шапочка, очень теплая, очень хорошо качественно сделана, вот с такими вот ушками. Она осталась от нее в полнейшем восторге, она ей очень нравится. Но она, конечно, теплая на зиму, но будем носить уже ее следующей зимой, скорее всего. Также в моей посылочке была открыточка. Вот такая вот чудесная открытка с поздравлением с 8 марта. Вот здесь вот и письмо. В наше время, когда распространено очень сильно электронное общение, очень приятно получить письмо, так сказать, привет из прошлого, увидеть почерк человека, то есть уже как-то ближе становишься к человеку. Очень приятно было получить это письмо. Кать, честное слово, спасибо тебе огромное, не ожидала. Она здесь все расписала, пожеланий кучу заставила, очень теплых, очень приятных. Спасибо тебе, Катюшка, большое. Так, итак, по коробочке моей было вот такой вот пакетик. Все было упаковано так хорошо, я еле-еле распаковала. Там были и куча-куча скотча вот этого пупырчатого, и вот такие специальные зеленые штучки мягкие, чтобы ничего не помялось. И причем каждый пробничек был отдельно запакован еще в скотч. Итак, что же было в моей посылочке? В моей посылочке было вот такой вот красивый магнитик с Таиланда, я так понимаю. Я его еще даже не распаковывала, думаю, покажу вам, тогда уже распакую и повешу на холодильник. Такой очень миленький, тут написано Бангкок, а это весь Таиланд, я так понимаю. Это она привезла, наверное, со своих путешествий. Тоже мечтаю побывать в Таиланде, и очень приятно было получить такой магнитик, Катюш.
Так, следующее, что было в моей посылочке, это вот такая вот совершенно чудесная маска от Лагона Natur Cosmetic. Это маска против старения с гиалуроновой кислотой. Я ее, кстати, попробовала, вчера и позавчера ее пользовалась. Она довольно экономичная, кстати, вот этого пробничка, я думаю, что мне еще хватит раза на три. Я уверена, что здесь содержится огромное-огромное количество всяких натуральных ингредиентов. И очень приятная после него на ощупь кожа, такая бархатистая, напитанная. Очень мне понравилась эта мазочка. Наверное, она стоит очень дорого. Ну, вот такая, я такой фирмы, конечно, не знаю, Лагона. Ну, очень было приятно попробовать такую масочку. Мне она действительно очень понравилась, кстати. Спасибо тебе, Катюшка, за возможность попробовать ее. Это была вот такая вот маска для волос от John Masters Organics. Это маска для волос с лавандой и авокадо. Кондиционер. Это кондиционер? Да, это кондиционер для волос, а не маска. Пахнет он очень натурально, маслами. Да, у меня, похоже, очень есть... С iHerb я покупала маску, у меня очень похожий такой запах есть. Тоже очень приятная масочка, вот как видите, она у меня уже пустая. Я ее оставила только, чтобы показать вам. Хорошая масочка, после нее волосы такие очень напитанные, легко расчесываются. Классная-классная маска, хватило мне ее ровно на один раз. Вот этого количества этой масочки. Интересно было попробовать, я тоже не слышала такой фирмы John Masters Organics. Но попробовать было очень даже интересно. Было два средства, о которых еще рассказывала Женечка. У нас с ней это одинаковые были. Вот такие вот два средства от Juice Beauty. Это, значит, кремик для антивозрастной крем для глаз, вокруг глаз, для кожи вокруг глаз. И это просто кремик для кожи, тоже антивозрастной. Такие вот два интересных пробничка. Тоже я их попробовала. Вот этот я уже использовала, он у меня пустой. Использовала его на ночь, тоже очень понравился. Отлично подходит моей коже, классная штучка. А вот этот, я так поняла, он особенно ценен. В нем содержится очень много полезных веществ для кожи вокруг глаз. Я его использую с утра. И Катюша умница раздала вот такую вот баночку, в которую я этот кремик весь выдавила. И каждую капельку теперь использую только с... Экономлю, использую так его по чуть-чуть. Вот такое интересное средство. Очень было интересно его попробовать. Так, следующее, что было в моей посылочке, это шампунь и масло для волос от фирмы Bioorganic. Вот такие вот интересные вещи. Сейчас я, кстати, даже почитаю, что Катя мне про них писала, потому что так я это не запомнила сама. Значит, вот этот шампунь Bioorganic, в нем 50 мл. Это нежный, но эффективный для всех типов волос, в том числе для окрашенных, коими мои являются, конечно, и для любой кожи головы, для сухой, и для чувствительной, и для жирной. Активные ингредиенты здесь органическое масло лаванды и ромашки для успокоения, восстановления баланса, также алоэ вера для наполнения волос, питательные вещества, минералами и глицерин из жаба для увлажнения и кондиционирования. Сегодня я им пользовалась, уже, кстати, второй раз, в тот раз я тоже им пользовалась. Мне нравится, как волосы выглядят после этого шампуня. Здесь, конечно, держится куча всяких полезных ингредиентов, но на втором месте почему-то лаурил сульфат. Ну вот, шампунь мне очень понравился, он, кстати, очень сильно напоминает мне мой органический шампунь с iHerb и по запаху, и по от фирмы Aubrey. Вот, и по запаху, и по действию тоже. Но очень было интересно попробовать этот шампунь. Спасибо, Катюш, что дала мне такую возможность. И вот такой же маслице, уже в меньшем объеме, здесь 12 мл, также от Bioorganic. Это масло для кончиков волос, для укрепления, восстановления, добавляет сияние. Действительно, оно, я им также пользуюсь на кончике, практически без аромата. Обычное прозрачное маслице. Тоже использовала его сегодня для кончиков. Хорошее маслице, отлично увлажняет волосы, не делает их жирными, ничего. Было очень тоже интересно попробовать. Также в моей посылочке был вот такой вот чудесный наборчик Balance Me Promise. Без парабенов, без минерального масла. В этот наборчик входят вот такие два средства. Это вот такой вот Body Wash, то есть гель для душа. Он прозрачную консистенцию имеет, вот такой вот желтый.
вкусненькую. Пахнет так интересно. 100 мл в нем. И точно такой же это лосьон для тела. Ну или крем, или лосьон для тела. А у них очень интересный такой аромат хвойный, как будто находишься где-то в лесу. Интересный такой аромат именно вот какими-то органическими маслами, такими хвойными. А вот. У лосьона тоже, кстати, приятная такая консистенция, беленький он такой. Я уже активно пользуюсь, остается запах этот на теле. Хороший по своим свойствам лосьон. Гелем для душа я пользовалась один раз тоже. Хорошее такое средство. Так, сейчас прочитаю, что мне про них Катюшка писала. Значит, это тонизирующий гель для душа и лосьон, который содержит в себе смесь натуральных активных ингредиентов, такие как гиалуроновая кислота, масло из рисовых отрубей и кукурузная мука, которая создает лечение. Также здесь входит экстракт можжевельника, бергамота, герани и лаванды. Действительно, так и есть. Пахнет и можжевельником, и лавандой, какой-то такой смешанный аромат. Интересные такие средства, мне они очень даже понравились. И сама по себе коробочка такая приятная на ощупь. И то, что она закрывается здесь на магните, тоже очень классно. Можно потом будет использовать ее для чего-нибудь другого. Так что спасибо тебе, Катюшка, большое за это. Тоже мне это очень-очень понравилось. И еще вот такая вот маленькая штучка. Это такой натуральный масляный серум для лица. Мощный, но легкий концентрат из 18 активных органических ингредиентов для борьбы с признаками старения, питания и омоложения. Я его использую, как и Катюшка сказала, после тонизирования и очищения кожи на ночь. Он такой очень питательный, такой, ну действительно как масло. Ну, это масло довольно быстро впитывается и оставляет такое приятное ощущение на коже. Это, кстати, Tata Harper. Это единственное, что более-менее знакомо мне по названию. Ну, такая совсем-совсем проходулька. Я такие первый раз вижу, пробники маленькие. Ну, интересно очень было попробовать. Оно, кстати, довольно экономично. Я им пользуюсь уже довольно много, а тут практически его не использовалось еще. Вот, поэтому очень мне понравилось такое маслице серум. И был вот такой вот скраб. Тоже вот такой интересной текстуры. В такой вот маленьком пробничке. Короче, вот такое вот название у него. Я им еще не пользовалась, но с удовольствием им попользуюсь. Это такой интересный у него тоже аромат каких-то эфирных масел. Вот. Тоже интересная штучка. Совсем забыла про нее, честно говоря. Она лежала в пакете. Хотела использовать и забыла про него. Конечно же, хит, так скажем. Обалденная штука. Это от John Masters Organics. Тот же самая фирма, которая была у меня кондиционер для волос. Это любимый Катюшкин лосьон для тела. Он ее любимый, также станет и моим, потому что аромат у него просто бомбезный. Написано, что это апельсин и ваниль body milk, то есть для тела, молочко для тела. Просто обалденный аромат у него, мороженого, какого-то ванильного мороженого. Апельсина я здесь не чувствую, но вот этот аромат просто обалденный. Он так классно впитывается в кожу, увлажняет ее и оставляет на себе вот этот вот аромат обалденный. Еще долгое время, кстати, этот аромат остается на теле, я просто в него в восторге. Так что это молочко также станет моим любимчиком. Надо узнать, кстати, сколько оно стоит в натуральном виде и можно ли его как-то заказать. Классная вещь, что было в этой посылочке. И чему я очень-очень довольна и рада, это были лаки от Aurelia, любимые Катюшкины лаки, которые она постоянно выкладывает в Инстаграме, которые ей очень нравятся и которые тоже нравятся мне. У меня есть один лак от Aurelia, вот в таком же точно упаковочке, только немножко другая серия. Вот такие два совершенно чудесных лака мне подарила Катюшка. Один вот такой вот серии перепелиные яйца, как у меня есть от El Corazon. Такой очень красивый сиреневый цвет с черными вкраплениями. Классный лак. У меня это, значит, эффект Далматинца серия. И номер G38. Ой, G34. Вот так вот он выглядит. Кисточка у него, кстати, совершенно необычная. Вот такой вот интересной формы. Она скошена, и ей просто обалденно удобно красить ногти. Я в полнейшем восторге осталась. Так удобно. Первый раз у меня такая кисточка, и я первый раз пробовала ее красить. Значит, вот так вот выглядит этот лак на ногтях. Очень хорошо, кстати, держится. Я его носила в тот раз, в прошлом видео, если вы могли заметить, я была с ним.
И он у меня продержался, наверное, дней 5. Без сколов, вообще отлично держится, классный лак. Тут он у меня нанесен в раза, по-моему, в 2 или, наверное, в 2 слоя, да. Довольно хорошо он, кстати, виден. И даже в 1 слой смотрится вполне неплохо. И второй лак, это уже голографик Aurelia Professional в 127 цвете. Очень-очень красивый голографик, просто вообще суперский. Такой ярко насыщенный синий цвет. У меня таких еще не было голографиков. Вот так вот он выглядит. Очень красиво переливается. Здесь, может, сейчас не видно, но на солнце, конечно, это смотрится просто бомбезно. Вот так вот он смотрится. Если вам заметно, сейчас он переливается просто обалденно. Вот. Я, конечно, его еще не носила, он как бы больше подходит для зимнего времени года. Сейчас уже хочется каких-то более ярких оттенков. Ну, лак, конечно, очень-очень классный. Спасибо тебе, Катюшка, за возможность попробовать его. Вообще классный лак. Мне очень-очень он понравился. Буду с удовольствием пользоваться следующей зимой. Вот. И были два пробничка от Yves Rocher. Кстати, был еще пробник аромата духов, но я отправила его в посылочке к девочкам, потому что у меня такие духи есть. Вот такие вот два. Из такой серии я взяла сыворотку недавно совсем, из серии 7-9 эликсир. Ну, крем тоже с удовольствием попробую. И вот антиэйдж, вот такой вот пробничек. Такого крема у меня еще не было. Значит, тоже будет интересно очень его попробовать. Так что спасибо тебе большое, Катюшка, за такую чудесную посылочку. Мне все было очень-очень интересно. И я всем осталась безмерно счастлива и довольна. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам это видео будет хоть немного интересно смотреть. И еще раз поздравляю всех девочек с 8 марта с наступающим. Счастья, здоровья, добра и мира на земле. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующем.